Бежали. Бегом. Я не продумал путь обратно. Вертолет. Нифига себе. Всем хай, с вами Юджин и друзья, я запаренный шо-пипец. Я только что, вот буквально зарелизил, наконец-таки видос, анонс своего, выхода своего комикса Game Hunter. Второй номер вышел, я даже футболку не успел поменять. И, кстати, в тему она осталась у меня. Вот мой комикс Game Hunter, шикарный, крутой, мега-офигенный. Смотрим тизер, 10 секунд. Если вас заинтересовало и вы кайфанули, то в описании ссылка будет, переходите во все там внизу. А теперь мы сегодня будем играть, мне уже просто выпустить немного пар. Мы поиграем с вами в Tear Down. Tear Down, это как будто слезка вниз, но у нас разрушение. Tear Down, правильнее будет. Лагает игра. Перестань лагать мне! Спасибо, боже мой. Ссаный матрас! Не стиранный уже давно, возьму с собой в путешествие. Решил нафиг отключить motion blur. Отключил depth of field. Игра просто так тормозит, она не очень оптимизирована, видимо. Ведь у меня комп самый мощный, что есть на свете, на земле. Открывайте дверь. А, погодите, у нас же задание, где мой комп? Я на самом деле говорю про этот комп, вот этот комп. Он самый мощный. Итак, давай, следующее. Трейси. Нет, вот, да, Трейси просит, а я повинуюсь. Короче, идем компьютеры разрушать, чтобы мой стал самым мощным. Зачем свое совершенствовать, когда можно чужое разрушить? Итак, нажмите tab, чтобы понять, что делать вообще. Хорошо, нам нужно забрать 3 компьютера. Но если мы устроим пожар, то начнется сигнализация, а нам это вообще не надо. Давайте тихо, без огня, просто возьмем и очистим себе дорогу, чтобы можно было проехать. Уйди, столб, уйди, столб. О, я несу свой крест. Вот именно, Иисус к вам пожаловал. А, запульнул крест. Да, у меня настроение поизмываться немного над этой машиной. О, какая сексуальная машина в красном. Моя любимая. Иди сюда. Чш, не говори ни слова. Не издавай ни звука. Ай, прости. Ладно. Главное, что ты не горишь. А значит, миссия не провалена. Так, ладно. Погодите, дерево, прости. Смотрим, нам нужно вот здесь компьютер. Где вот? Вот он, я вижу его. Но мы же можем просто тупо открыть дверь, разве нет? Можем открыть дверь. Так, подобрали. И вот еще одно здание, куда нам нужно попасть. Нужно очень аккуратно. Да, я так понимаю, двери все закрыты. Да что такое, почему такой недоверчивый район? Все закрывают двери на ночь. Аккуратненько, аккуратненько, Евгений, запрыгивай. Не могу запрыгнуть, вот. Тихо, тихо, тихо. Смотрим, хорошо, очень хорошо. Блин, мы только штукатурку поцарапали. Мы не можем пробраться сюда. Как-то так. Давайте, пробираемся, вот мы здесь. Компьютер? Я знаю, это здесь. Сейф, это принтер, а не сейф. Вот, нам сюда нужно, тихо. Главное, чтобы тут никого не было. Я не знаю, просто есть ли здесь NPC. Что такое? Grab valuable. Это ценности. Стоп, ну погодите, погодите. Мы не можем просто так уйти, не награбив все самое ценное. Ведь компьютеры ценности вообще никакой не представляют, почему-то. Не стирать. Но ничего не сказали про не разрушать, поэтому я разрушу. Тайное что-нибудь за шкафом должно быть, нету. Но есть ценности, мы того заработали 55 баксов. Картина! Оу, ща разбогатеем, друзья, ща. Ждите. Дверь, наверное, закрыта. Вот здесь есть ли что-нибудь? Нету, поможет нам открыть дверь. Но если не поможет открыть дверь, так откроет нам стену. Давай, растения. Я слышу, что растения пробиваются даже через бетон. Да я и видел это сам. Но у нас какое-то хиленькое растение попалось. Может быть, вот это? Которое стоит в углу, неприметное. Знаете, неприметных всегда недооценивают. Ну что ты? Что ты? Да тебе веткой почти что-то получилось. Я думаю, нам надо взять еще одно растение. Растение одно не справится. Ой, природа проиграла бой с человеком. Ладно, тогда кресло, оно тоже зеленое, сгодится за растение. Какая-то крепкая стена, необычайно крепкая. Стол-то из дерева. Диван. Старший брат. За всех отдувайся. Смотрите, игра просто соблазняет меня. Я сложил такую прекрасную кучу для костра. Хорошо, барный стул. Оп! Что-то здесь не так. Вот! Почти, 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 почти что-то еще. Например, вот этот автомат. Он как... Есть!
Вот, только технологии способны противостоять технологиям. У растений нет шансов. Ладно, я чем-то тут странным занимаюсь, вообще не то, что нужно. Дверь? Что ты здесь делаешь? Я же сказал тебе ждать дома. Что значит, во всех других домах тоже есть двери? И унитазы? И ванны? Ладно, все. Разрушить? Приятно. Схватить? Что-то ценное? Ага, заныканное бабло получил. Ладно, здесь мы закончили, кажется. Так, хорошо. Следующее здание. Вот, мы пройдем по вот этим вот трубам. Потом вот сюда. Оп, оп. И здесь мы, конечно же, должны допрыгнуть во что бы то ни стало. Давай. Не получилось. Ну ладно, проходим сюда. В целом, сюда-то нам и нужно. Это похоже на мой склад. Только побогаче, потому что здесь больше хлама. Смотрите, что-то я вижу здесь. Циркулярная пила. Нынче она в цене. Так, теперь давайте войдем в этот дом. А точнее, въедем в этот дом. Как-то так. И заберем то, что по праву принадлежит нам. Где? Кажется, вон туда нам надо. Что? В эту дверь нельзя войти? Сейчас, погодите. Как-нибудь поставим. Значит, смотрите. Погоди. Есть! Пристроили. Открываем. Тихо. Нет? Нельзя открыть? Давай-ка тебя, фонарик, попросим помочь. Вот, как-то так. Так. Все, дверь открыта. Смотрите, это химикаты. Надо с ними очень аккуратно быть. Видите, как я аккуратно не разбил. Компьютер. Теперь нужно сваливать отсюда быстрее. Вот это очень интересно. Вы хотите сказать, что я могу обесточить весь этот остров, и тогда я смогу его сжечь, потому что сигнализация не будет работать. Я вас понял. Я вас понял, сэр. Конечно же, я бегу. Обесточил ли я? Все не так просто. Ну-ка, это ломается? Блин, тварь. Нам всего лишь нужно немножечко покрошить. Вот, взять этот обломок и попытаться разломать. Оу. Нет? Мне что-то кажется, что у нас проблема. А именно, столбы мешают. Вот эти вот столбы с проводами. Их надо нейтрализовать. Давай, фура. Ты сможешь. Вот, ты смогла. Водитель просто изничтожен. Ладно, давай попробуем еще разок. Главное, верь в себя. Ты же фура. Опасная. Непобедимая. Давай, чуть-чуть. Есть. Ну, продолжай держаться. Простите, а можно не держаться? Смотрите, какая предусмотрительная шкала внизу. Состояние машины. Если бы не ты, шкала, я бы думал, что все в порядке с моей машиной. Такой, знаете, дальнобойщический кабриолет. Чтобы бороздить просторы любимой страны летом. И не потеть, девушек подвозить. Теперь эта машина стала частью природы. Погодите, кто здесь играет в рафт? Это что, отсылка для меня специально? Ну-ка, он потонет, сейчас мы его разделим на две части. Вот, о-о-о! Он пошел ко дну. Да ладно, мы еще можем на лодке покататься. Так ощущение, как будто я просто призрак. Призрак, который любит шкодить. Оу, ладно, выходим отсюда. Целая миссия выполнена. Но теперь наверняка. Не, ну это было слишком просто. Даже проще, чем предыдущая миссия. Вы не поверите, но мы вернулись на место преступления. Нам нужно найти 3 карт-ридера. Но теперь мы среди дня идем белого. То есть я так понимаю, что если мы вдруг ударим сейчас, то будет сигнализация. Да, все, они научены прошлым опытом, горьким, что вор может прийти. Но они не знали, что вор умен. Задача моя, да, сделать вот что. Мы должны сейчас тот же самый мост опустить. Я могу так это сделать. Вот. Мост опущен, можно идти. Так, здесь, здесь сигнализация, так, подобрать. Нам предлагают quick save сделать, давайте, хорошо. Так, 59 секунд. Вот она, та самая задумка, которую задумал человек. Мне сначала надо было подготовить пути к отступлению, а потом уже нажимать эти сраные кнопки. Все, уходим. Бежали, бегом. Ломаем! Я не продумал путь обратно! Вертолет! Нифига себе! Прячемся в помойке! И он спалил мою машину. Вот оно как все придумано. Хорошо, нам нужно придумать оптимальный проход. Самый короткий. От этого дома. Сюда. И потом сюда. Я так понимаю, лучше всего по трубам. Окей, хорошо. Начнем, допустим, мы отсюда. Нажимаем. Выпрыгиваем вот сюда. Бежим по крыше. Сюда, на трубы. Провалимся. Черт. Еще раз. Вот, бежим сюда. Или погодите, мы можем отсюда прыгнуть прямо на ящики. Раз, два. И вот здесь нам нужен проход. Надо здесь что-то потяжелее. Вот эту бочку, например. Во-во-во-во, ломайся. Еще раз. Посильнее надо. Я думаю, мы можем отсюда попасть. Оп. Прекрасно. Изнутри надо как следует. Во, надо просто сильнее, агрессивнее действовать. Мы не жалеем чужое имущество. Как-то так. Мы сейчас делаем
мост. Штучки деревянные, очень маленькие. Ну вот так, вот так, как-то так. Как только мы разобрались с этим, мы выламываем дверь. И оказываемся вот здесь вот, на этом мосту. И нам нужно попасть туда. Давай, ящик. Хорошо. Еще раз разбег. Давай. Слышим звук. Что-то ломается. Смотрим теперь. Раз. Не до конца, не до конца. Давайте еще чуть-чуть. Какой мерзкий звук был, унизительный. Пробуем снова. Бочка. Ох. Вот, мы таким образом попадаем на крышу. На трубу, точнее. И бежим сюда. Здесь просто пробиваем все, что можно. И оказываемся вот. Вот оно, последнее место, последняя кнопка. Тут как-то надо по-хитрому замутить. Точно. И здесь, наверное, будет открыто, да? По-любому будет открыто. Далее нам останется всего лишь добежать сюда. И мы на свободе. Фух, я готов. Я долго к этому шел. Я уверен в себе на 100%. Теперь давайте quick save. Раз, два, три. 50 секунд. Оп. Куда там надо? Вот сюда. Тихо. Да блин, я так и знал, что я это сделаю. Да блин, почему? Кривая игра. Черт. Тихо, тихо, тихо. Еще кнопка. А, нет. Пофигу. Так бежим. Нет. Я не успею. Я запоролся. Стоп. Еще раз. Прислась. Оп. Я думаю, даже можно здесь пробежать. Гораздо быстрее будет. И все равно я запоролся. Нет. Я смогу это сделать. Даже при том, что упал. Досадно. Ничего не скажешь. Да. Ладно, пойду здесь просто пройду. Чё я делаю? Я такой нелепый. Так, аккуратненько. Здесь мы не торопимся. Поспешишь, людей насмешишь. Оп. Так. 15 секунд. Скорее. 12. Машина! 5, 4, 3, 2, 100! Есть! В жопу пошел вертолет! Вот наш маршрут. Блин, прикольная игра. Вот здесь мы видим наш фейл. Мы там постояли, потупили. Была попытка реабилитироваться, но она как-то неудачна. Мы такие, ладно, еще разок. Даже здесь не смог запрыгнуть, потом решил просто обойти. Зайти в проход. Хотя мог это с самого начала сделать. Евгений отлично проанализировал местность. Так, здесь что-то поделал. А, нажал на кнопочку. Тут очень тихо, спокойно вышел. Прошел. Сюда встал. Нет, здесь все как-то хорошо сработано. Здесь я знал, что делать. Это такой детектив, который расследует преступление. Что делал этот грабитель? Почему так странно себя вел? Однако он все-таки смог улизнуть. Дальше будет только лучше. Я думаю, мы поиграем с вами в эту игру еще, друзья. Если вам понравилось, то поставьте 1000 лайков. Побольше лайков. Если этот видос превышает, то лайки должны превышать от вас. Также подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. И становитесь доску своими, нажав на кнопочку подписаться. С вами был Юджин, друзья. Все ссылки, которые вас заинтересуют, а это про мой комикс, про мой мерч, про все мои другие прохождения на этом канале, все будет в описании. С вами был Юджин, и всем 5!